Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «С большой буквы». В студии я ведущий Александр Гурарье. И на связи с нашей студией Цви Маген, дипломат, политолог, экс-посол Израиля в России и Украине. Цви, добрый вечер. Добрый вечер, Алекс. Цви, но основным событиями все-таки минувшей недели были и остаются взаимоотношения Россия-НАТО, противостояние, которое происходит вокруг Украины, противостояние пока что не физическое, а гипотетическое, которое происходит в сфере дипломатических отношений, дипломатических уколов каких-то. Ну и нельзя в этой связи обойти визит нового министра иностранных дел Анналенны Бербок в Москву, ее переговоров с министром иностранных дел России Лавровым. Что же происходит? Насколько далеко зашли стороны и можно ли еще отыграть назад? Я бы хотел начать с уточнения, что хотя кризис он начался вокруг украинского вопроса, но, в принципе, речь идет о гораздо более широком плане. Речь сейчас идет о комплексе отношений России с коллективным Западом. Уже вопрос на повестке дня не конкретно только Украина, как это было в прошлом, допустим, а вопрос стоит о тех требованиях, которые выдвинула Россия по отношению к НАТО, к Западу. И в этом контексте идут очень непростые переговоры. Напоминаю, что уже была целая серия встреч россиян-американцев, россиян-НАТО, европейцев. И в этом контексте были разные контакты, включая этот последний визит госпожи министра иностранных дел. Но это все вокруг одного общего знаменателя, потому что идет очень тяжелый, скажем, спор, я бы так сказал, между вот этими сторонами, и непонятно, чем кончится, потому что нагнетается напряжение. Россия со своей стороны хотят отрицает проводить те или иные подготовки военных действий. На Западе утверждают, что вот-вот начнется вторжение России в Украину и все, что с этим связано. И поэтому, давление на очень высоком уровне в этом отношении. Поэтому этот визит тоже следует рассматривать как еще одну, вероятнее всего, попытку не только решения двухсторонних отношений, которые тоже, вероятнее всего, были затронуты, а в той или иной мере еще, один диалог по вопросу именно выхода из этого кризиса. Мы не знаем, что там конкретно было предложено со стороны Запада посредством этого визита и что на это отреагировал президент Путин, его команда. И в этом отношении пока ничего нового конкретно не было сказано, во всяком случае, по отношению к СМИ. И мы продолжаем пребывать в напряжении, в неведении о том, что да или нет, произойдет нечто, касающееся вообще международной безопасности. Это примерная картина. Я лично пока не считаю, что речь идет о реализации этих угроз, хотя те или иные виды угроз могут быть реализованы, но не в этом масштабе, о котором сейчас говорят. И я считаю, что в той или иной мере обе стороны хотели бы прийти к какому-то компромиссу. Любой компромисс в этом отношении, по-моему, будет достижением для России, потому что начиная с нуля достичь половину, как минимум, требований, это тоже немало. НАТО пока не хочет сдавать позиции. Но, вероятнее всего, в какой-то мере придется договариваться, поэтому я пока считаю, что компромисс возможен, и именно туда идут стороны, поэтому завышают цену и торгуются. Но это торговля, я осмелюсь вмешаться, это торговля, она, в общем-то, тоже не проходит просто так. Вот эта воинственная риторика, которой пользуется последнее время и руководство МИДа России, и другие высокопоставленные чиновники, она сыграла свою злую шутку. То есть фондовый рынок России падает, и падает так, как этого не происходило за последние, так сказать, чуть ли не десяток лет. То есть любая риторика имеет свою цену. Мы живем, так сказать, в одном общем доме, и все это, к сожалению, оборачивается довольно-таки большими сложностями. А насколько, на ваш взгляд, готов Путин идти дальше? То есть он готов дальше усиливать ситуацию, дальше обострять ситуацию и
под это выторговать какие-то дополнительные преференции? Я бы не считал, что та экономическая цена, которую вы упомянули, является действительно серьезным фактором, потому что если речь идет о, скажем, конфликте, даже в военном конфликте, это уже не имеет значения, все равно рухнет вся экономическая система со всех сторон, между прочим, поэтому тоже не имеет значения, что сейчас Россия теряет в этом отношении, по-моему, так они рассматривают этот вопрос. Хочу напомнить, что одна из причин, которая привела Россию к нынешнему, скажем, поведению или к нынешнему давлению на Запад, это действительно экономическая ситуация. Я напоминаю, что Россия находится в состоянии санкций уже 8-й год, и они достаточно болезненны, чтобы создать отрицательные, скажем, отрицательные реалии в экономике. Естественно, что Россия хотела бы из этого выйти. А еще те или иные, скажем, экономические негативные реалии в той или иной мере не изменят положение, которое достаточно негативно. И поэтому тут сейчас рассматривается основной ход, а именно да или нет, договоримся мы, россияне, допустим, с вами коллективным Западом о тех или иных компромиссах, тогда все остальные вопросы тоже автоматически будут включены и, по-моему, решены. А страны НАТО ведут сейчас активную поставку вооружения в Украину. Поставляются и ракеты, и прочая боевая техника. То есть ощущение такое, что все-таки они готовятся к войне. Или это, опять-таки, метод психологического давления? Это и другое. Готовиться к войне, в смысле, готовиться к тому, чтобы или дать соответственный, скажем, дать украинцам соответственную возможность ответить на, скажем, на вводы российской армии туда, и, соответственно, эти реалии должны остудить горячие головы в Кремле, и в какой-то мере это действительно влияние, и подготовка, и влияние тоже на процесс принятия решений. В всяком случае, если Россия на это решится, хотя я очень сомневаюсь, то ей предстоит не прогулка. Там в Украине достаточно большая и достаточно подготовленные вооруженные силы. И в этом отношении придется вступать, скажем, в боевые действия совсем непростого толка. И России это сейчас не очень надо, и это не стоит тех усилий или тех, скажем, достижений, ради которых вообще ведется сейчас этот спор. И это может превратиться даже в более широкий масштаб военных действий между Россией и другими государствами. И в этом отношении это действительно никому не надо. Поэтому я сомневаюсь, готовится ли действительно настоящий боевой, скажем, военный ход. Но я не исключаю тех или иных провокаций, я не исключаю возможности, скажем, каких-то там ограниченных акций на предмет или захвата территории, ограниченных территорий на предмет оказания того или иного, скажем, эффекта, который создаст видимость достижения и окажет новое давление. Это возможно, но полномасштабная война, по-моему, на данном этапе нереальна. И к ней готовятся все стороны. Поэтому Цвин, ведь это достаточно причина, чтобы ее не было. В ситуации, когда с двух сторон как бы сосредоточены войска, когда ситуация весьма и весьма нервозная, вы сами только что сказали, что возможны провокации, нет ли опасности, что вот этот конфликт может вспыхнуть, может быть, даже не по желанию его участников, а просто потому, что какой-нибудь идиот нажмет не ту кнопку, извините, что я такими словами пользуюсь, но это действительно так, да, вот у кого-то нервы сдали, нервы, мы же понимаем, что нервы напряжены у всех, вот у кого-то сдали нервы, кто-то нажал не ту кнопку, там произведен выстрел, который попал, не дай бог, погибли люди с одной или с другой стороны, и все может быть вспыхнуть и выйти из-под контроля. Я не верю в эти, скажем, возможности. Если такое произойдет, то только с решения одной из сторон, как провокация для того, чтобы продолжить военные действия. Само по себе такое не происходит, не случается. Я хочу напомнить, что мы живем в стране, которая постоянно находится в боевой готовности. У нас постоянно напряжение с разными соседями многие годы. И не каждую вторую неделю начиналась война, пока та или иная страна решалась на военные действия. Это многолетние, скажем,
Цви, я осмелюсь вам возразить. Вторая Ливанская война началась именно так, когда были захвачены израильские пограничники бойцами Хизбаллы. Захвачены были пограничники, за ними устроена погоня была, за этими хизбаллистами, они скрылись на территории Ливана, за ними погнались, и вот так потихонечку раскрутилось, и произошла, в общем-то, вторая Ливанская война. Потихонечку они вызывают, скажем, все силы запаса, и мобилизуют, скажем, всю армию, потихонечку, случайно, не переходят границу и начинают захватывать территории. Имелось в виду, в той или иной мере, задействовать боевые действия с той стороной. И в данном случае этот случай, скажем, был использован как якобы претекст, причина для развития дальнейших, скажем, ударов. Но это не было причиной войны. Это была, скажем, случайность. То есть спонтанность вы не верите? Случае, я не верю. Хотя можно, конечно, были уже случаи, напоминаю, Второй мировой войны, в войне тоже были такие случаи. Одна из та или иная страна пыталась, скажем, задействовать провокацию на предмет, скажем, нанесения тех или иных ударов и представляя себя как ущербной стороной, а не как инициатором или как агрессором. Тут вопрос, кто агрессор. И в этом отношении используются такие трюки, но, по-моему, это сейчас не актуально, по-моему. Может, я ошибаюсь. Ну, осмелюсь вспомнить, как началась российско-финская, советско-финская война. Например. Ну и немецко-польская тоже в очень похожем русле начиналась. Смин, ну вот если все-таки конфликт произойдет, на ваш взгляд, НАТО будет просто наблюдать и, так сказать, поставлять патроны, или они допускают в своих, так сказать, планах какое-то, ну, может быть, не прямое, но косвенное вмешательство в этот вооруженный конфликт, вмешательство физическое, а не риторическое? Во-первых, я не знаю. Я полагаю, что, в всяком случае, это НАТО не сможет игнорировать. Это развитие событий, ему придется реагировать, как он будет реагировать, на каком участке, в каком объеме, в каком масштабе, затрудняюсь сказать. Но не исключаю, что будет та или иная реакция, и возможности они здесь не ограничены, поэтому не надо этого начинать и не надо доступать. Потому что НАТО, так же как и Россия, владеет разными видами вооруженных сил и вооружений. И если дойдет до этого, и даже до обмена ограниченными ударами, это может... Именно тогда это может разрастись, скажем, неконтролируемый процесс, всем хотелось бы этого избежать. У России сейчас дилемма: начинать войну с Украиной означает учесть возможность реакции НАТО, и как таковая она не нужна ни России, ни НАТО, по-моему. Поэтому это одна из причин того, что Россия не намерена сейчас начинать эти военные действия, хотя тоже все может быть. Не исключаю, я не скажу идиота, который нажал случайно на не ту кнопку, но не исключаю, что могут быть разные ходы или интересы в разных политических кругах, верхах в той же России, которые могут быть заинтересованы в раскручении, скажем, дальнейшего кризиса. Но я сомневаюсь, что это полномасштабная война. Цви, ну, следующий мой вопрос переносит нас в наши края, на Ближний Восток. Серьезное происшествие произошло вот буквально несколько дней назад, когда хуситские повстанцы атаковали дронами нефтеперерабатывающие заводы, погибли люди, Саудовская Аравия ответила. То есть вот эта вот война, которая, в общем-то, войной толком ее и не назовешь, как бы о ней достаточно мало пишут, по крайней мере, в западных средствах массовой информации. Ну, недостаточно внимания этому уделяют, потому что это где-то там далеко, это на Ближнем Востоке, как бы, и там непонятно, кто с кем, арабы с арабами, понимаете, когда израильтяне с арабами, это понятно, тут есть повод, да, как если там собаку укусила человека, то ничего, если человек укусил собаку, да, а когда арабы с арабами, ну, подумаешь, там немножко там пару десятков, сотен, а то, может быть, тысяч человек погибнут. Поясните, пожалуйста, если можно, вкратце, что там происходит, почему вот эти, кто такие эти хуситы, почему они нападают на саудитов, и чем это грозит вообще Ближнему Востоку в том случае, если конфликт будет развиваться дальше?
Хуситы есть шииты в государстве, именуемом Йемен, и как таковые они являются филиалом, как и многие другие, скажем, там, вот, такого толка филиалом Ирана. Иран задействовал все шиитские системы, организации, милиции, государства, если таковые есть в регионе, и которые в той или иной мере поддерживают Иран и готовы вместе с ним начинать в будущем те или иные геополитические перестройки в регионе. Иран стремится к достижению, скажем, статуса как минимум гегемона в районе Ближнего Востока, если не больше, потому что если ему удастся охватить большую часть исламского мира, то это уже мировая держава в том или ином плане, к чему он стремится. И поэтому у него интерес задействовать те или иные, скажем, провокации в разных регионах для того, чтобы именно подчеркнуть свое присутствие и свою державность. И напоминаю, что все, что происходит в Сирии, все, что происходит в Ливане и между всеми этими шиитскими филиалами и с Израилем, это одна из этой, скажем, этого противостояния. Это они в Ираке, они в Ливане и в других местах тоже. И они в Йемене. Основной противник, как-то не странно, это не Израиль для Ирана, а именно Саудовская Аравия. Это ведущее арабское, если хотите, исламское государство. Это столица исламского мира в том плане, что там находятся все ее святыни. Причем суннитская столица. Суннитская, но не это, исламская в конце концов. И в этом отношении это не просто противостояние шиитов и суннитов. Это вообще попытка и захватить, скажем, статус гегемона, и продвинуть, скажем, статус Ирана в регионе и вне его, и в какой-то мере это двинуть на задний план те иные государства, которые могут ему противостоять. В этом отношении это продолжение то, что называется этих усилий. Это называется создание шиитской оси в регионе. Я напоминаю, что они пытаются задействовать части этой оси и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене. И все эти противостояния ведут к тому, что так или иначе это может кончиться плохо. Но хочу заметить, что ввиду этого, в самом этом же регионе, имею в виду страны залива, организованы сейчас вместе с Израилем в одну геополитическую какую-то структуру, это называется соглашение Авраама. Саудовская Аравия формально там не присутствует, но она в той или иной мере к этому имеет какое-то отношение. И весь этот комплекс направлен именно против этих усилий Ирана угрожать этим государствам, скажем, негативным поведением в этом отношении. Все эти разборки с Саудовской Аравией наверное, для того, направлены на то, чтобы подавить там систему, государственную систему Саудовской Аравии, развалить ее, причинить ей те или иные убытки и вреды, поддержать или мобилизовать усилия других шиитских формирований на предмет продолжения этого противостояния. Хочу напомнить, что Иран непосредственно боевых действий не ведет. Иран даже в Сирии, где ему наносятся достаточно ощутительные удары, своих вооруженных сил не посылает туда. Он использует именно эти шиитские милиции для противостояния и сирийским повстанцам, и против Израиля, конечно, это Хизбалла и все, что с этим связано. Но и поэтому он тоже не присутствует в Саудовской Аравии, не посылает туда своих войск, хотел бы, мог бы. А именно задействуют эти провокации, это и есть война террора исламского типа, которая направлена на разрушение существующего порядка и достижение тех или иных целей, понятно уже каких. Цви, вы упомянули соглашение Авраама, соглашение между Израилем и целым рядом суннитских государств, израильских соседей, арабских соседей. Соглашение Авраама, оно предусматривает не только нормализацию отношений, но и как бы, так сказать, менее рассказывают о разделах, которые связаны с оборонной, совместной оборонной политикой. То есть это в какой-то степени и военный союз тоже, который, еще раз повторяю, который не афишируется как военный союз, но это военный союз. И Саудовская Аравия, как бы не подписавшая это соглашение, она является как бы, ну, страной-участником или страной-наблюдателем. Вот я нашел правильную формулировку. На ваш взгляд, страны,
которые вошли в соглашение Авраама, то есть вот этот вот военный союз во главе с Израилем, будут ли они вступать в этот конфликт, и готовы ли они оказывать не только моральную, но и физическую помощь Саудовской Аравии в борьбе вот с этими повстанцами и вот с такими террористическими нападениями на нефтяные комплексы Саудовской Аравии? Ну, я считаю, эта возможность достаточно ограниченная, нет смысла, нет интереса вступать, скажем, в эти разборки. Если будет полномасштабная война, я понимаю, что они будут, конечно, примут участие. Но для того, чтобы дать сдачи, скажем, террористам или ответить на удар, нанести те или иные удары самостоятельно, нет надобности, по-моему. Но они существуют для того, во-первых, для сдерживания. Иранцам прекрасно понятно, с кем они теперь имеют дело. Это коалиция, это военный блок. И поэтому начинать полномасштабное боевое действие он не только не в состоянии, у него такого интереса нет, он рассчитывает на террор, и на террор не нужно мобилизовать помощь всех других государств, хотя она существует, а достаточно разобраться и достаточно жестко самостоятельно это провести. Саудовская Аравия до данного момента ведет себя достаточно, негативно, она не реагирует, она отвечает слабо, она проявляет и те или иные, скажем... Они ответный удар нанесли, они нанесли ракетный удар. Вот там именно, вот я говорю, я к тому, что именно сейчас, это в первый раз, по-моему, по-настоящему нанесли удар, инициировали, скажем, боевой ход, и это тоже послание, это тоже сдерживание. Если это продолжится, то Саудовская Аравия готова к боевым действиям. Это и есть, так следует рассматривать это развитие событий. Но это интересное развитие событий, потому что направлено прежде всего, конечно, против хуситов, но в основном против Ирана, и он должен разобраться с этим вопросом, что делать дальше, как поднимать, скажем, планку и наносить новые удары или на этом остановиться и придумать нечто другое для того, чтобы задействовать те или иные рычаги давления. Цвин, вот это сам факт вот этого нападения беспилотников, я понимаю, что это уже не первый случай, но в этот раз он достаточно удачным был. Это нападение в Израиле проявляет определенную тревогу, что в настоящий момент боевые дроны, причем достаточно большие боевые дроны, попадают в руки террористов, и они начинают представлять серьезную угрозу для обороноспособности и Израиля тоже. Готов ли Израиль противостоять вот подобным угрозам? Израиль всегда готов противостоять всем любым угрозам. Это доказано уже исторически. Да? То, что в свое время дроны были только у Израиля, а теперь они распространены по всему миру, это естественное развитие событий, как со всем любым видом вооружений. И в этом отношении это учли, к этому готовы. И это не является, скажем, критическим вопросом для обороны Израиля, с одной стороны. С другой стороны, хочу напомнить, что при помощи, не без помощи Ирана, Израиль окружен со всех сторон именно вот этими базами и дронов, и ракет, и всего, чего хотите. Все направлено на Израиль. В очень большом масштабе Израилю следует быть готовым нанести удар по всем параллельно для того, чтобы, застопорить это воздушное, скажем, ракетное, дроновское наступление на себя. И я понимаю, что Израиль к этому в принципе, готов. Хотелось бы, чтобы этого никогда не произошло, но это не является непереносимой угрозой. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Цве. Я напоминаю, что мы беседовали с израильским дипломатом, политологом, экс-послом Израиля в России и Украине Цви Магеном. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.